Ежегодно колледж имени Нины Ляпиной выпускает около 1000 специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием. Среди них и медицинские сестры. Люди этой профессии наряду с врачами вносят неоценимый вклад в здоровье населения. 12 мая в России чествуют медсестер. Благодаря, в том числе их усилиям, достигается общий результат работы. Без медицинской сестры невозможно ни одна ни врачебная манипуляция, ни одна операция, ни рождение ребенка, ни... Какое действие в медицине не может происходить без медицинской сестры? Прошедшие два пандемийных года стали настоящим вызовом для медработников региона. И еще раз доказали, что роль медицинской сестры неоценима, отметили члены Комитета Губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике. Благодаря изменениям в системе подготовки кадров и инструментария, медицинские сестры смогли вести прием пациентов, тем самым облегчая работу врачей. Я прошу вас, дорогие студенты, оценить вот все то, что происходит в стенах нашего учреждения, и когда вы будете стоять у постели больного, будьте, пожалуйста, милосердны, профессиональны, терпеливы и поступайте с пациентом так, как вы бы хотели, чтобы относились к вашей маме. В Самарской области трудится более 25 тысяч медицинских работников среднего звена. Большинство из них получили специальность в Самарском медицинском колледже имени Нины Ляпиной, качество образования в котором на высоком уровне, в том числе благодаря поддержке правительства региона. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.